Всем привет-привет! Сегодня мы с вами сделаем фактуры на ногтях с коллекции Sensations. Она будет у нас основной, и цвета мы будем брать именно из нее. Вот такие красивые оттенки, очень классно сочетающиеся между собой, поэтому, думаю, мастер-класс получится просто огненный. Беру типсы сегодня для мастер-класса квадратные, стандартной длины, 385 номер, покрываем нано весь ноготочек, и я буду делать градиент, поэтому покрываю не до конца. В градиенте у вас легче всего будут ложиться и сочетаться оттенки, похожие по тональности. Это 384 из коллекции. Это более холодный розовый, нежели персиковый предыдущий, но по тональности они очень похожи. Они оба пастельные, и 384 номер прекрасно тянется и прекрасно ложится в дымку, в растяжку обычной кистью для градиента. Вот смотрите, сейчас у меня слиплись волоски, я их протираю, чтобы всегда волоски были разделены. Это гарантия хорошего результата. Градиент мы сушим в лампе, и далее нам потребуется эмпаста. Одна белая и такого очень красивого цвета яичной скорлупы. После просушки прямо на липкий слой мы кладем сначала цвет яичной скорлупы, а потом внизу кладем белый цвет. Можно прямо большой кистью, и можно сильно не перемешивать. Далее нам потребуется либо апельсиновая палочка, либо, как у меня, остатки от микробраша, либо зубочисточка, что-то, чем мы можем процарапать поверхность. Царапаем мы по непросушенному слою, по мокрому слою, и каждый раз, когда вы проводите линию, вам нужно снять излишки материала, либо на салфеточку, либо я вот так вот делаю это по-варварски, прямо на палец. Сушим после процарапывания, у нас нет липкого слоя, поэтому мы сразу можем подобрать шармикон, потому что шармикон у нас крепится на поверхность без остаточной липкости. Я выбираю вот такой вот красивый рисунок линеарный, хорошенечко все прижимаем и перекрываем теклосом. Если у вас клиент очень активно носит ногти и сдирает все, что вы положили на ноготочек, можно два раза перекрыть теклосом, либо первый раз сначала пройтись тонким слоем базы с выравниванием, с небольшим, а потом уже теклосом. И эмпастой белой я буду рисовать сверху обратный френч, подводя у линии кутикулы и делая ее более аккуратной, потому что после процарапывания у меня там некоторые такие погрешности образовались. Я думаю, что как раз этим действием я эти все погрешности скрою и сделаю свой дизайн более красивым, более аккуратным, более ювелирно сделанным. Эмпасты вы можете рисовать уже по просушенной поверхности защитного покрытия. Пока я болтаю, беру черную эмпасту, черная смола, и также на поверхности рисую подложку, черное сердечко. Кто-то может уже на этом этапе оставить именно черное сердечко, но я буду его еще заполнять розовым. Розовый я беру из осенней коллекции, вот такой красивый нежный оттенок, и поверх уже просушенной черной подложки я рисую розовым, заполняя ее таким образом, чтобы черный остался тонюсенькой обводкой, чтобы его почти не было заметно. Но он делает свое дело и очень хорошо выделяет. Вот такой компаньон я подобрала к этому типсу. И думаю, чтобы они сочетались уже наверняка, я сделаю еще френч в более классическом виде, также импасты, белый рафинад. И сейчас приготовьте сделать скриншот, потому что я для вас подготовила варианты того, с чем можно сочетать эту фактуру на остальных ногтях. Например, это может быть градиент. Или мы можем подчеркнуть черным наши шармиконы и уйти в черный цвет. Или мы можем взять нейтральный бежевый и повторить некоторые элементы. В этом видео мы рассмотрим очень красивую фактуру с номером 381 и 382 из коллекции Sensations также. Сначала покрываем на весь ноготь более светлым 381. Он светлее, чем второй оттенок, но он достаточно яркий. И для этой техники не бойтесь брать яркие и темные цвета. И 382 ставим несколько капелек, берем кисточку для градиента и делаем ей быстрый, широкий, смелый мазок. Отправляем сушиться в лампу, и далее нам нужно сделать с вами смесь из эмпасты белый рафинад и теклоса. Берем частичку теклоса, выкладываем на палитру, и также берем эмпасту белый рафинад и
выкладываем ее в эту лужицу и все это быстренько перемешиваем и делаем такую вот смесь. Мы ее будем накладывать сверху на цвет. И еще нам понадобится слайдер топ-гель. Тоже выложу капельку рядышком, чтобы он у меня был под рукой. Не перепутайте, именно это сочетание даст вам эффект, который вы сейчас увидите. Покрываем на весь ноготь нашей смесью теклоса и эмпасты. Можно неровно, можно с разводами, это не имеет значения. И именно поэтому я сказала, что не бойтесь темных и ярких цветов, потому что они у нас будут разбеляться. Слайдер топ гелем, рисуем полоски и ставим капельки. И в сочетании эти два материала дают нам очень красивые разводы. Теклос с эмпастой расходятся в стороны, уступая место слайдер топ-гелю. И получается рисунок сам собой. Причем мы его немножечко будем еще с вами докручивать. Сейчас покажу как. Когда вы все уже нанесли, чтобы сделать эти разводы еще более эффектными, вам нужно просто опустить пальчик клиента вниз, в бок, в сторону и немножко подождать. Это займет всего несколько секунд, но слайдер топ потянет за собой подложку из белого и теклоса, и разводы станут еще более эффектными. Также можно, пока ждете, где-то подвыровнять и хорошенько просушить. Слайдер топ после просушки оставляет липкость, поэтому мой выбор — слайдеры. Вырезаю из них нужный мне фрагмент. Я буду использовать слова, именно вот два слова, и разделяю их пополам. Далее их нужно размочить просто в обычной водичке, можно это сделать на ватном диске. Снимаю аккуратно с подложки и монтирую слово на остаточную липкость, она совершенно прекрасно прилипает туда, куда мне нужно, прижимаю и разравниваю. Ту же процедуру я проделываю и со вторым словом, со второй надписью, расположу ее чуть ниже и немножко более вправо сдвину, так, я думаю, будет классно. Возле кутикулы вы можете подровнять кусачками и дополнительно пройтись ультрабондом, чтобы раскладить все морщинки. Перекрываем теклосом. Если клиент у вас очень активно носит ногти, можно дополнительно мазнуть базой или два раза перекрыть теклосом. Немножко выравниваю там, где у меня неровно получилось, чтобы типс был гладкий. И беру эмпасту белорафинат и линейную кисточку, можно 5-0. И теперь нам нужно включить воображение. Я супер тонкой линией буду подводить те места, где у меня и так образовались самые большие сгустки, и буду проходиться прямо, постараться по краю этих сгустков. Таким образом я усиливаю растяжку и усиливаю то место, которое у меня собралось. Где-то я могу просто сочинить эту линию, и здесь, конечно, нету какого-то универсального рецепта. Просто посмотрите, как я это делаю, и постарайтесь потом также посмотреть внимательно на эти разводы и увидеть в них, где должна быть линия. Также посмотрите просто на фотографии натуральных камней, оникса и других, чтобы понимать, как порода спрессовывается, как она ложится и где проходят вот эти вот более светлые участки. Здесь я специально приблизила вам камеру, чтобы вам было более понятно, где я сочиняю эти линии. Одно условие: не бросайте их на полпути и доводите от кутикулы до конца ноготочка. Вот такой компаньон у меня получился. И опять же, сохраняем себе варианты, которые я подобрала для остальных ногтей, для этой фактуры. Мы можем уйти в белый или подчеркнуть цвет, или мы можем на градиенте расположить несколько элементов из дизайна. Для этого дизайна возьмем цвета 381 и 383. Очень яркие, сочные, насыщенные. За основу будем брать, опять же, градиент. Мне кажется, что это новая классика, уже незыблемая. И она подвинула немножечко в сторону, либо встала на одну и ту же ступеньку пьедестала, как и френч, как и однотонное покрытие. После просушки я выкладываю более темный цвет в зону кутикулы и также начинаю растягивать кистью для градиента в невесомую дымку. Отлично тянутся цвета, и по тону они тоже достаточно близкие, поэтому у вас, я думаю, градиент получится
100%. Но в этом дизайне, если вы даже не очень постараетесь градиентом, тоже будет нормально. Для того, чтобы продолжить, нам понадобится Velvet Top гель. Мы перекрываем тонким слоем, и он, напоминаю, высыхает без остаточной липкости. И для этого дизайна я слазила к своему ребенку в детскую и достала два фломастера. Самые обычные, купленные в гипермаркете. По более темному оттенку у нас пойдет синий. Просто рисуем линии. Можно располагать достаточно близко друг к другу, потому что мы потом их будем сужать, и чтобы у вас не было больших промежутков. И по более светлому оттенку, розовым ярким проходимся, тоже так же рисуем линии. Здесь приблизила, чтобы вам было лучше видно, что я делаю. Теперь нам понадобится жидкость на спиртовой основе, это может быть клинер. Мы в любой колпачок напрыскиваем немного такой жидкости. И берем любую тоненькую кисточку для дальнейшей работы. Нам сейчас нужно будет с вами размыть одну границу этой линии. Я беру раствор, и видите, одну сторону я стараюсь не трогать, а вторую сторону спиртовым раствором я растворяю и размазываю ее по поверхности Velvet Top. Таким образом, у меня получается мини-растяжка, мини-градиентик. Продолжаем делать так по каждой линии, и магия монтажа, и кино поможет нам сделать это очень быстро, потому что я немножко ускорю, чтобы вам не скучно было смотреть, как я это делаю. Но на самом деле в работе это все тоже достаточно быстро делается, поэтому не займет у вас абсолютно много времени. Можно отнести этот дизайн к скоростным и к экспресс-вариантам, которые подойдут для быстрого исполнения в кратчайшие сроки. Где-то вы можете немножко сдвинуть границы, если вдруг у вас линия прошла не очень удачно. Более темные цвета, конечно, лучше более вкрадчиво размывать, чтобы не было сильных липков, и чтобы больше было похоже именно на градиент. Из осенней коллекции Impasto берем розовый оттенок и линейную тонкую кисточку. Опять нам нужно с вами сейчас будет рисовать самые-самые тонкие полоски, которые только мы можем изобразить. Сушить в лампе это все не нужно, это все сохнет на воздухе, спирт быстро испаряется, поэтому мы можем сразу приступать к работе. Посмотрите, пожалуйста, внимательно, я подвожу теперь стык в стык к самому темному месту. Здесь я приблизила, чтобы вам было лучше видно. Самой тонкой полоской, которая у меня только получается, я подвожу стык в стык в то место, где у меня самый большой сгусток темного. Таким образом вы делаете объем, и у вас получается как будто наслоение каких-то тканей друг на друга. И получается очень интересная фактура. Далее я буду монтировать шармикон из осенней коллекции с надписью на белом фоне. Здесь у меня опять же нет остаточной липкости, поэтому мой выбор пал на шармиконы, потому что мне не надо делать дополнительных каких-то действий для того, чтобы закрепить эту декорацию на поверхности. Просто прикрепляю и своей липкой стороной очень хорошо шармикон прилипает к поверхности матового топа. Перекрываем все это также матовым топом, чтобы снивелировать какие-то огрехи, погрешности и сделать матовой красивой поверхность. И дальше нам потребуется кусочек слюды. Ее можно вырезать, например, из упаковки от шармиконов или из любой другой поверхности, которая у вас есть. С помощью этого маленького кусочка и капельки теклоса я буду делать сейчас небольшое украшение. Оно такое достаточно современное и интересное. Может быть, не каждому зайдет, но мне очень понравилась эта идея. Капельку теклоса ставлю и просто сверху накладываю кусочек слюды и смотрю, как теклос под ней распределяется. И кладу это все в лампу. После просушки слюду надо удалить. И у нас остается вот такой вот глянцевый кружочек. Края можно подрезать ножничками или кусачками. Вот такой компаньон у меня получился. И, конечно же, варианты, которые вы можете делать на остальных ногтях, если два ногтя, например, занимает такой дизайн. Обязательно делайте скриншот.